Колпино. Город в городе. Удивительное сочетание городской жизни на природе. Основанный в 1722 году, он и по сей день сохранил чистоту улиц, разнообразие прудов и память о героических подвигах своих жителей. Колпинцы любят проводить время в сквере Володарского. Это большая территория, где каждый найдет себе занятие по душе. Отсюда открывается вид на Большой Ижорский мост. Он соединяет улицу Ремезова с Пролетарской. Под ним река Ижора. Колпино – это не просто город, это совершенно особый район Петербурга. И одна из монументальных достопримечательностей, напоминающих об этом – стела «Город воинской славы». Колонна высотой 11 метров, увенчана гербом Российской Федерации. Ее установили совсем недавно, весной 2015-го. Здесь же находится вечный огонь. В Колпино много детских образовательных учреждений. Особо колпинцы гордятся школой искусств имени Чайковского. Здесь дети обучают хореографии, вокалу и музыке. Она располагается в одном из старейших зданий города, и успехами своих учеников известна далеко за пределами Петербурга. Для детей, предпочитающих точные науки, здесь есть Центр детского технического творчества. Выйдя из школы, можно перейти на другую сторону набережной Комсомольского канала через Думский мост. Тут вас встретит скульптура «Влюбленные». Этим маршрутом часто гуляют парочки. И ведет он, как несложно догадаться, прямо к ЗАГСу. Колпино можно смело назвать одним из самых спортивных районов Петербурга. Здесь находится современный водно-спортивный комплекс, а также крупный спортивно-оздоровительный комплекс. Помимо серьезных памятников, в Колпино есть и несерьезные. Такие, как, например, вот этот. Хорошо известна всем компания «Кот Матроскин», «Почтальон Печкин» и «Пес Шарик». Выбор места для этого памятника не случайный. Именно здесь располагается исторический микрорайон Простоквашино, куда сбежал хорошо всем известный герой советского мультфильма «Дядя Федор». А еще одну достопримечательность на карту Колпино добавила компания «Ленстройтрест». Это финский малоэтажный городок Юттери. Уютные квартиры с европланировкой, настоящие мансарды и закрытый от посторонних двор.